А что Отец умеет? Какая Ему роль дана обществом? А теперь откровение. Это машина. Это современная машина для заработка денег. Вот эту роль общество сегодня дало Отцу. Современное общество, которое идет в противоположную сторону с Писанием. Сегодня Отец – это машина по заработку денег. Едет на машине и сам не осознает, что тоже машина. Машина, которая зарабатывает деньги. Эта машина, бывает, ломается, быстро ее ремонтируют и снова вперед. И среди всех ответственностей и ролей, которые Бог дал Отцу, осталось вот это, которое, в принципе, как бы ее и наделило общество. Да, Отец должен обеспечивать семью. Я с этим не спорю, я так это понимаю. Но, как я сказал, что из того, что я привел, Отец, кажется, и там не умеет, и там не умеет, и там нельзя доверить, и там он не справится. Все, что он умеет, это зарабатывать деньги. И если Отец не вмешивается вообще в семью, если Отец вообще ничего не указывает, то это вообще идеальный Отец. Вот только деньги зарабатывай, меньше говори, можешь с детьми в парк пойти. И снова иди зарабатывай. И не надо тут никак управлять, указывать. Зарабатывай, и ты будешь идеальный отец. Вот это, друзья, к чему пришло современное общество. Машина для заработка денег.